Всем доброго вечера. Что это такое сегодня? Мы пришли вот оттуда, с военного городка, ну, бывший военный городок, Корнева 1. Это хутор бывший немецкий. Расстроился. Идем туда. Уже поздно. Без 15:09 мы гуляем. Такой был ливень. Ливень с грозой. А потом вырвалось солнце. Очистилось небо. Такое потрясающее небо было. Яркое солнце. Просто вот прям необыкновенное такое преображение. Солнце вон там село. За кустиками. Такое яркое было. Вот, и мы сейчас решили так вот погулять. Мы сюда вот, вот за хутор мы еще не заходили. Мы идем сюда первый раз. Раньше в кайф было каждый вечер здесь гулять. Смотрите, кто здесь живет. Хочу показать. Не раздавило, автобус проезжал. По-моему, погибло. Это сейчас автобус проезжал. Слизни гибнут на дорогах. Это слизень. Или спит. Может, погиб, не знаю. Сейчас еще покажу. Вон их тут сколько, миллиард. Иди сюда, дружок. Палочкой потрогай. Живой. Вон там еще. Тихо. А, это ручей течет. Иди сюда. Прошу прощения, что шмыгаю, потому что холодно после ливня. Вот. Трупика, наверное, кушает или что не делает. Друг, что, он живой? Друг понюхал. Вот куда ты ползешь по дороге, а? Вот тебе что, не живется? Какая красивая, я не могу. Ой, да мы какая ты красавица, да. Ой, давай покажи нам всю свою стать. Ой, те бузички те мои, какая красота. Уля-ля. Ой, ой. Ой, просто полна грации и невозможности. Ой, боже мой. Ой, я тебя в траву сейчас посажу, потому что на дороге тебя раздавят. Жизнь закончится от этой красоты. Давай. Тебе нравится по брусчатке шастать? Давай мы тебя в травку посадим. Будешь в травке сидеть. Шуруй давай. Природу, конечно, нельзя вмешиваться, но... Пойдем. Зайчик, пошли. Природу вмешиваться нельзя, но не могу. Здесь же носятся. Смотрите, какая брусчаточка классная. Представляете? Вон эти слизни. Вот живой тоже, но я его не возьму руками. Я не могу. Ну, раздавит, блин, машина раздавит. Их тут дофига. Вдруг вон ползет еще. Меня совесть замучит, если я не уберу их. Вон их сколько тут, видите? Я не знаю, как его убрать. Тут даже палочек нет никаких. А руками я точно его убрать не буду. Сейчас попробую вот этой корочкой. Корочка, я не знаю, куда ты лезешь. Может, тебе другой дом нужен? Вот. А-а-а! Конечно же. Вот так он не помрет. Машина-то сильно быстрее раздавит. Иди сюда второго уберем. Всю дорогу буду. Ты куда ты... Куда ты ползешь? Тебе жить надоело. А? Иди, а. Вот что ты тебе? Еще целую дорогу, а там машина едет. И вот шуруй лучше восвояси. Вот. Все. Два спасенных. А сейчас вечер. Съедут с работы и раздавят. Все, больше на них смотреть не буду. Не могу я это. Просто невозможно. Вот такие шикарные клены. Кстати, вот вчера в городе была, да, я снимала, кто смотрит. Там уже липа. Вот видите, расстроил. Здесь раньше просто был, ну, пустой бугор. Вон сколько домиков понастроили. Жилых. Вон они ползают. Все, не буду больше убирать. Фу, здесь такая сырость. Здесь у ручей, потому что низина. Лягушки поют здесь. И пахнет сыростью. Вон их тут миллиард, этих слизней. Кстати, я спросила про огород. Видите, здесь даже урна стоит вот посреди дороги. Спросила про огород.
Это. Да, они это. Едят, говорят, все подряд. Не только клубнику, они все едят. Все. Ну что это здесь сыр, влажный климат, здесь 100%, 80% влажности практически всегда. Вот. Вот сколько я здесь живу, да, пару дней не было дождя, а остальные дни все дождь, солнце, солнце, дождь. Вот так, а сегодня такая гроза была. Первая летняя гроза. Я не знаю, здесь были грозы или нет, но мне почему-то подумалось, что это гроза именно к теплу. Наконец-то здесь распогодится, потому что все жалуются, что очень холодно и непривычно. А женщина вчера мне сказала одна: ой, не волнуйтесь. Да, говорю, я не волнуюсь, мне что привыкать. Жара будет в августе. Будет бархатный сезон на берегу Балтики. Так что вот мы далековатко уже ушли. Кстати, вот до поселка 2 км. Вдруг, что мы с тобой пробежимся? Ветер холодный, у меня башка замерзла. Ой, ну эти липы, эти необыкновенные липы и клены, полуторавековые, это просто нечто. Это просто что-то необыкновенное. Здесь вообще не видно даже стволов. Смотрите, какие они шикарные. Это просто какие-то богатыри. Охраняют, оберегают путь. Вообще. Ой, посмотрите, какой шикардос. Мама дорогая, это же просто нечто. И птицы, да? Вы заметили? В какое бы время я ни снимала, в какую погоду, птицы всегда поют. Я не знаю, вообще они молчат когда-нибудь или нет. Может быть, ночью. И то, наверное, ночные поют. Вон тоже хутор. Там двухэтажки. Вон небольшие дома такие. Бывший немецкий хутор. Здесь вот так по округе, ну вот, по крайней мере, по Корнево, вот поселок, вот, в направлении которого мы идем, назывался раньше Цинтин. Он был основан в 13 веке. Представляете? В 13 веке! Вообще труба. Вот. И это. Представляете, сколько здесь люди? Ну, это Восточная Пруссия была. Вот. И там, ну, остались еще такие старые немецкие постройки. Я, наверное, когда-нибудь вам все равно покажу их. Хотя они есть на Ютубе и везде. Ну, может, моим подписчикам будет интересно. Мне самой это очень интересно. Птицы. И очень пахнет. Всюду пахнет сиренью и бояркой цветущей. Здесь практически зимы нет. Все начинает цвести с февраля месяца. От подснежников, мати-мачехи и заканчивая, наверное, я не знаю чем. В декабре месяце, наверное, хризантемами в саду. Липушку, видите, обрезали, потому что провода идут. Так бы она тоже шикардосная была. Немножечко ее это, конечно, обкромсали, бедняжку. Солнце село, и ветер сразу холодный. А я просыпаюсь, когда рано утром, и в труселях, и в майке, с Коти на пару, на балкон, так, зарядочка, хорошо справа так получается, солнце встает. И даже если его нету, так хорошо прям взбодриться. И петухи, и соловьи, и просто благодать. Всем благодати, любви, радости, дорога в будущую, мечту и счастье, и радость. Всем мира и любви.